периодически подходит, нюхает мой телефон. Вдруг это все-таки еда. Какая-нибудь особенная и удивительно вкусная. Дурилка картонная. Ну, дети-ка дети, да, в лужу да. И попрыгать. Да, дети, они в Африке дети. Вот что интересно. Не жарко, он сегодня прятался от жары. Ну, теперь балдеет, потому что прохладно наступило. Запыхался. Тьфу, еще и пьет. Трош! Передаю вам, я продолжаю. Может быть, у лосей так проходит борьба с паразитами? Может быть, да. Которых у него, может быть, и нет, но где-то на подсознательном уровне он на понимает, случай, что с ними да. Надо бороться уже начинать, пока есть силы. И лужа. Пока нет, так и это. Понюхай грязного лосенка, паразиты. Ты не пугай меня. Я его боюсь. Ладно, я иду. Так, съем.